Блять, двери сама по себе, ну как так, а? Да уберите свои пальцы. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные необъяснимые видео и пытаемся понять, где правда, а где фейк. В этот раз я решил каждое начало видео вам не объяснять, как было это раньше, потому что в некоторых подборках в комментариях мне писали люди о том, что я разговариваю вместе с диктором. Да, в некоторых роликах я и правда заглушал диктора. В этот раз я решил попробовать этого не делать. И хочу, чтобы вы оставили свой комментарий под видео, сказав мне, как стало лучше. Но сейчас устраивайся поудобнее, мы начинаем. Погнали! Штат Огайо находится дорожный туннель Шрага, построенный в 1927 году под железнодорожными путями. Старый дорожный туннель, как говорят, полон привидений. История гласит, что давным-давно женщина поздно ночью шла вдоль железнодорожных путей, неся своего ребенка. Эти двое были сбиты встречным поездом. Говорят, что ее призрак и призрак ее ребенка обитают в дорожном туннеле Шрадера. Многие люди, которые проезжали через туннель, сообщают, что видели призрачную фигуру женщины, держащей своего ребенка. Другие сообщают, что слышали странные необъяснимые крики китов и стоны. Из-за этого местные жители стали называть туннель Шрадера совсем другим и гораздо более жутким именем – туннель Плаксы. Итак, Леви Вудраф заинтригован жуткими историями и отправляется исследовать туннель Плаксы поздней ночью. Как вы можете себе представить, все прошло не очень хорошо. Так. Так вот, я был здесь, в месте под названием туннель Плаксы. Это место, которое находится в моем районе, и говорят, что ее сбили на путях вместе с ее ребенком, где ее тело было брошено прямо здесь, в ручье, прямо здесь, внизу. Я понимаю, что мы, скорее всего, видели что-то про туннели, но такое прямо я, по-моему, первый раз вижу. Мертвое. Братан, мертвое. Прямо здесь есть что-то мертвое. Мы, к сожалению, в кубиках не особо видим. А, мертвый олень. Это мертвый олень. Ну тогда... Я пробыл здесь несколько часов, пытаясь кое-что сделать. Мертвый олень перебегал через дорогу, спотыкнулся, упал. Это место жутковатое. Очнулся гипс. Есть там кто-нибудь? Сейчас олень такой... Раз это видео показывает, значит, ему тоже что-то должно... Это детский плач. Привет. Правильно. Мистика же про ребенка с девушкой. Верно. Черт возьми, нет. Черт возьми, нет. Неужели Черт это возьми, олень? Нет. В кромешной тьме туннеля, где нет ничего, кроме фонарика, Леви внезапно слышит тревожные крики младенца. Знакомый с жуткими историями о туннеле, Леви пускается на утек. Так могли ли эти крики принадлежать духу ребенка, трагически погибшего в жутком старом железнодорожном туннеле? И неужели призрак матери ребенка тоже находится внутри, просто ожидая, пока кто-нибудь войдет? По логике вещей, естественно, нам показывают про ребенка, должен быть звук ребенка. Все сопоставимо. Как бы чувак туда пошел без доказательств каких-то. Черт возьми, нет. Было, да? Не знаю. Создатель ТикТока Энтони Ямада посвятил свою страницу в ТикТоке созданию видеороликов о жизни в Японии и доступных там домах и недвижимости. В одном из своих видеороликов Энтони проводит экскурсию по доступному дому с 4 спальнями в городе Фукуока, Япония. Когда это происходит? Вот что можно получить за $760 в Фукуоке, Япония. Сегодня у нас классический японский дом. Неплохо. Начнем с очень милой комнаты татами. Ежемесячная арендная плата за этот дом составит юаниманён. Это дом с 4 спальнями находится в прекрасном месте. В 3 минутах ходьбы от супермаркета, магазина электроники и круглосуточных магазинов. Ты это видел?
Что же Энтони этого не сделал? Но вскоре после того, как он входит, можно увидеть тень, движущуюся вокруг и стоящую за полупрозрачной стеной. В том-то и дело, да? Было видно, как будто кто-то подошел. Но когда Энтони заглядывает за стену, там никого нет. Причем он сам же, походу, такое ощущение. Смотрите, майка та же самая, что и в отражении. Зрители быстро не заполонили раздел комментариев. Ну, либо они одеты были одинаковые. Имеет ли это какое-то отношение к разумной цене всего $760 в месяц за дом с четырьмя спальнями в большом городе? Привидение. Да видно было, да, что подошел кто-то? Некоторые зрители даже в шутку спрашивают, включен ли призрак в стоимость дома. Ну, понятно, тут мы не увидим тень. Это японский призрак или нет? А ты бы заплатил $760 в месяц, чтобы жить с одним из них? Я оставлю это на твое усмотрение. Пользовательница TikTok Jazz, дипломированный ассистент медсестры. Однажды ночью она работает в ночную смену в психиатрическом отделении старой, как говорят, с привидениями детской больницы в штате Мэн. Она замечает что-то, от чего у нее по спине пробегает холодок. Холодок. Хорошо, здесь никого Ледышку нет, верно? Себе кинула. Опа. Здесь никого нет. А, это она ее... Велит. Опачки. Что это? Потому что это не я. Это я ухожу, закрываю дверь. Это так. Она говорит и про вот черный силуэт. Мне кажется, это... Мне кажется, это и просто темный угол так. А, хотя но нет. Все же. Блин, странно. Какой-то обман. В зеркале больничного коридора можно увидеть темную человекоподобную фигуру, стоящую перед Джесс. Но там никого нет. Комментатор в ТикТоке указывает на то, что она, возможно, видит там изображение жнеца, собирающегося забрать кого-то, чтобы отправить жнеца. Его душу в загробный мир. Да ну нахрен, тогда Джесс подтверждает, что, там как ни странно, всякие. Один из ее пациентов действительно скончался на следующий день. А, это стоит отметить, смерть. Что медсестра Джесс никогда не публиковала никакого паранормального контента в своем ТикТоке. Логично, делилась больница только видео там о своей могут жизни быть больные и опыте люди работы помирать. В качестве дипломированной медсестры. Так мог ли это быть жнец, попавший на камеру? На дуде решать тебе. Мора Джонсон из Хантингтон-Бич, штат Калифорния, собирается в поездку, чтобы продать свои товары ручной работы на торговой выставке в Лас-Вегасе. Внезапно она и ее деловой партнер слышат что-то совершенно жуткое, доносящееся откуда-то прямо у них из-под ног. Ясно. Мы пытаемся разобраться с этим. Даже какие-то коллекционеры, блин. У меня не было достаточно кофе, чтобы справиться с этим. Ручной работой, если она занимается. У них что-то случается. Там клоун, оно, прикинь. Честно говоря, это исходит из сна. Хорошо. Это какое-то жуткое слово. А не может быть где-то в конце улицы большая труба, тоннель? Что ну, это? Помните, как бывает? Вот кто как... это? Оно. Что здесь происходит? Там дети. Орят. Когда моя партнерша решает присоединиться к сиренам? Мерзко как ад. Мерзко как ад. Это сирены. Мара и ее деловой сирены. Партнер слышат жуткие звуки, которые можно описать только зазывание, доносящиеся. То есть был бы мужик на ее месте, он бы уже время туда бы полез, как зомби. Время записи 5 часов 45 минут утра, так что нет никакого смысла в том, чтобы кто-то находился в канализации в такую рань, тем более пел. Теперь Мара ни в коем случае не утверждает, что она запечатлела что-то потустороннее. На самом деле ни одно из ее видео на странице в ТикТоке не имеет никакого отношения к паранормальным явлениям. Мара просто опубликовала этот один жуткий необъяснимый момент, который она испытала. Даже мне-то что-нибудь такое попадется. Супер, а кто или что находится в 45 утра? 45 утра, блядь. На данный может, момент я не в то время снимаю, нужно идти остается 45 утра делать это. С тех пор, как они переехали в свою новую квартиру, Джоуи Челутни и опа, его семья еще одна семейка, со странной которая... необъяснимой активностью. Их попала мебель и вещи, на... кажется, необъяснимым образом двигаются сами по себе. Игрушки их маленького сына включаются и выключаются случайным образом, и они часто слышат, как двери и шкафы открываются и закрываются сами но по себе. Но это дико страшно, ну-ка так, давайте вот, показывайте, что там. Джоуи внезапно услышал что-то очень странное, доносящееся из спальни его сына. Он полон решимости запечатлеть доказательства сверхъестественного.
сверхъестественной активности в квартире, поэтому он достает свой телефон и начинает запись. То, что он запечатлел, действительно вызывает мурашки по коже. Итак, мы с женой живем в этой фермерской комнате уже около полугода. Последние две недели в комнате нашего сына происходили какие-то странные вещи. Так что я не собирался записывать. Но на самом деле я пришел сюда, чтобы покормить кошек. У нас две кошки. Так вот, я подошел покормить его и заметил, что в его комнате, в комнате моего сына, там одна из моих кошек. Я слышу, как играет его игрушка, балдеет. А раньше ее там не было. Она играет прямо сейчас. И я не знаю, почему она играет прямо сейчас. Я не оставлял ее включенной. Но даже если бы я оставил ее включенной, я бы выключил ее. Даже если бы я включил ее, она бы автоматически не заиграла. Тебе пришлось бы, даже если я проведу пальцем по клавишам, на самом деле ничего не произойдет. Так что тебе действительно пришлось бы нажать на кнопку и вернуться назад. Она не была включена, и она включилась, и я мог это слышать. Вот почему я начал запись. И теперь, когда я осматриваюсь вокруг, я подумал, что там что-то опрокинуто. Там какие-то планы опрокинуты. Там какие-то искусственные растения опрокинуты. Там книги на земле, салфетки на полу. Я не знаю, что происходит. И здесь никого нет. Я здесь один. Здесь ничего, ничего нет. Повтори процесс. Ты это видишь? Нет. Я что, с ума сошел? Я что, с ума сошел? Я? Кто-то только что прошел мимо окна, и я выйду и покажу тебе, подожди, что здесь никого подожди, нет. Повтор, это мы дверь не заперта. Это дверь, на которую ты сейчас трындеть. Смотришь. Это дверь заперта. И че, там на улице? Здесь ой, никого нет. Прошли. Здесь ничего нет. Там дверь в чулан. Эта дверь тоже заперта. Я не думаю, что мы когда-либо открывали эту дверь. Она всегда была заперта. Просто происходят самые странные вещи. Происходят самые странные вещи. Электронная игрушка включается сама по себе, и пока Джои осматривает комнату, странная тень мелькает за балконом. Джои показывает, что снаружи никого нет и что никому нет. Сраться же можно. На самом деле это окно находится на закрытом балконе на высоте 12 футов от земли. На самом деле никому было бы практически невозможно забраться наверх, пройти мимо этого окна, а затем просто исчезнуть к тому времени, когда Джои выбежал наружу. Позже тем же вечером Джои получает уведомление о движении с камеры няни в комнате его сына. Во, он проверяет трансляцию и потрясен тем, что видит. Давай. Если вы посмотрите очень внимательно, то увидите, что кресло-качалка начинает двигаться. Оно стоит в углу. Окуляры сейчас настроим, не видно ни хрена. Ты можешь видеть, что оно очень легкое. Оно очень легкое. Но ты же видишь, как тень вроде как движется. Она раскачивается сама по себе. Там никого нет. Прямо сейчас все собрались в доме моей мамы. Все собрались в доме моей мамы. А потом салфетки слетают с комода. Это же ужас. А потом вот это, корзина для белья. Звай экзорцистов. Корзина для белья падает. Что вообще происходит? Там никого нет. Что происходит? Кресло-качалка, стоящее в углу спальни его сына, начинает раскачиваться взад-вперед само по себе, почти как если бы кто-то сидел в нем. Затем несколько детских салфеток слетают с комода, а корзина для белья падает на пол. Джейсон Барбер из Солсбери, Северная Каролина, приходит домой с работы и получает неожиданный испуг всей своей жизни. Что? Ну-ка. Ёпатать, да тут змея. Сам аж руку. Большая сердитая змея прячется по краям входа. Я иногда не понимаю, когда некоторые видео преподносят как что-то странное и необъяснимое. И змея на самом деле является не ядовитой черной крысиной змеей. Но из этого можно извлечь урок. Ах ты крыса. Если вы подойдете и увидите, что ваша кошка просто смотрит на дверь и мяукает без причины, возможно, стоит присмотреться повнимательнее, прежде чем просто войти. Кошка предупреждала, ёпотать, а ты не слушаешь кошку. В другом клипе у мужчины и женщины происходит похожая пугающая встреча. Пара вытаскивает старую стремянку и с ужасом обнаруживает большую змею, прячущуюся под ящиком прямо перед ними. Они убегают вместе со своим щенком, который следует за ними по пятам. Но щенок не собирается отдавать змею щенку свою вообще душу, насрать. Поэтому он просто он убегает не щенок там и отбрасывает ее прочь. Змея или нет, а, но ничто не получит забыла. Его любимую игрушку. Это меня... А
один из пяти самых просматриваемых зрителей Нук, прислал нам по электронной почте несколько жутких кадров с камеры видеонаблюдения, снятых в маленькой церкви в сельской местности Миссисипи. Камера видеонаблюдения записывает игровую комнату церковной молодежной группы, когда происходит нечто такое, чего никто в церкви не может объяснить. Церковно-молодежные? Смотри, Джон, ты смотришь на эту штуку? Она не двигается. А мы, походу, такое видели? Нет, смотри, смотри, смотри. А я не помню. Смотри дальше, как смотри будто дальше. Бы что-то видели. Так плохо. Никто меня не слушает. Здесь ты есть призраки. Напишешь, никто меня не слушает. Если помнишь. Смотри. Это... Если я сойду с ума и стану ярким. Не сходи. Опа, нифига сломалось. Оно все еще движется. Блин, оно все еще движется, ребята. Не помню, мы прямо оно все еще смотрели. Движется. Оно все еще движется. Ну, это странно. Воздух для работы, чтобы помешаться. Это. Можно увидеть, как бильярдный кий, лежащий на полу игровой комнаты церкви, катится, трясется и вибрирует сам по себе. Его должны были дети слышать. Разломиться пополам. Прикинь, кий сломается. Крис говорит, что дети в комнате были так заняты и шумели, что даже не заметили жуткое событие. Но после игры церковные чиновники нашли на полу сломанный бильярдный кий и вернулись, чтобы проверить кадры с камеры видеонаблюдения. Детям в церкви, чтобы выяснить, кто же это сделал. Они были очень шокированы, увидев, что бильярдный кий, похоже, сломался сам по себе. Крис говорит, что в церкви, как известно, водятся привидения, и что за последние 20 лет детский центр, да еще и в церкви. Так, может ли это быть и стоит бильярд, а что не покер, сигары, там, вискарь? И почему в церкви? Дай мне знать, что ты думаешь. Да мы не знаем. Зритель-ютубер по имени Уиши обратился к нам по поводу прямой трансляции с якобы населенного призраками кладбища Мелвилл в Мелвилле, штат Нью-Йорк. Уиши говорит, что его друг Брайан вышел в эфир, чтобы провести сеанс спиритической доски в прямом эфире с кладбища Мелвилл, в то время как его друзья наблюдали и разговаривали с ним в Дискорд. Теперь кладбище Мелвилл расположено на Свитхолл-Роуд, дороге, с которой связано множество трагических... Нужно либо какое-то определенное место... Одна из таких легенд гласит, что водитель школьного автобуса потерял... и съехал с моста, пересекающего Свитхолл-Роуд. Всех школьников в автобусе постигла трагическая участь. Другая легенда гласит, что трое мальчиков покончили с собой, повесившись на том самом мосту Свитхолл-Роуд. Само собой разумеется, что Свитхолл-Роуд и кладбище, как говорят, чрезвычайно населены призраками. Брайан разговаривает по телефону с друзьями, которых вы услышите на заднем плане, и ведет прямую трансляцию, когда решает провести сеанс спиритической доски прямо у ворот кладбища Мелвилл. Все начинает то есть, идти не понимаю, так, не и то, что происходит дальше, действительно ужасно. Не стал заходить, молодец какой. Кому было бы приятно, что возле его могилы сидел бы вот такой чувак и пытался бы что-то кого-то вызвать. Эй, это... Эй, боже мой, что? Почему он говорит нет? Он сказал нет. Он сказал нет. Он. Ему нравится. Ты двигаешь камеру. Камера не может двигаться. Братан, я ухожу, братан. Йоу, я ухожу. Это ты двигал камеру. Братан, машина уезжает. Братан, начали. 4К, 4К. Для призраки. 4К, 4К. Одурили. 4К, 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 4К. Что происходит? Понятно, что Брайан немного напуган, но ему удается сохранять спокойствие, переставить камеру и продолжить прямую трансляцию. Есть ли здесь какие-нибудь духи, которые хотели бы поговорить со мной? Братан, я даже не спросил об этом. Чё ты мою тачку трогаешь? Это ты только что включил сигнализацию? Прыгай, прыгай, хорошо? Странно, и как можно тебе верить, если только тогда, когда ты трогаешь... планшетку эту, не планшетку, но саму это печка. Братан. Только тогда двигается, да? Он, по идее, мог бы ее подвигать наоборот, без части рук. А так у тебя просто с сигналкой какие-то проблемы. Yeah.
Я оставил ключи там. Я в панике, братан. Где ключи? Брайан немного напуган, но его друзья продолжают говорить ему, что он должен пойти и попрощаться с помощью доски для спиритических сеансов. Видишь ли, в паранормальном сообществе не прощаться в конце сеанса считается ужасной ошибкой и, как говорят, приглашает духа, с которым связались. Остаться привязанным к пользователю доски для спиритических сеансов. Как-нибудь, да. Так что Брайан возвращается. И вот тут-то все и пошло наперекосяк. Так, еще хуже будет, ну-ка. Я взял с собой фонари и все такое. Братан. Йоу. Дон? Дон Ди... Опа, доска уехала. Братан, доска вошла внутрь. И не вылазит. Да, они падают вниз. Боже мой, я это видел. Мы попали сюда. Я ухожу, братан. Йо-йо-йо. Йо-йо-йо. Убирайся отсюда. Ой-ой-ой-ой. Убирайся. Я ухожу, я ухожу. Доска для спиритических сеансов внезапно скользит по тротуару на другую сторону запертых ворот прямо на кладбище. Ну, там вы говорите, на кладбище делаешь что-то. Брайан начинает уходить, но после всего, что произошло, он снова начинает беспокоиться о том, что он не попрощался после использования доски для спиритических сеансов. Ну и все, теперь тебя будет преследовать. Так что Брайан снова возвращается. Он планирует перепрыгнуть через забор и забрать доску. Я перепрыгиваю через забор, братан. Он же в этот же вечер перепрыгиваю через забор. Братан, Крис. Крис, посмотри на ручей. Боже мой, там большой пожар. Там горит твоя доска. Там пожар. Беги отсюда, беги, убирайся оттуда, убирайся оттуда. Братан, что же там горит? На дороге внутри кладбища виден горящий огонь. Столько всего происходит за раз. Хотя его друзья советуют ему просто уйти, Брайан снова чувствует, что он определенно должен попытаться забрать эту доску, чтобы попрощаться. Это в тебе. Разве ты этого не видел? Нет. Нет-нет, у меня не было телефона. Я смотрел. На, огонь. А, нет, огня-то уже. Братан, я прыгаю. Я прыгаю. Вчера ты делал свои благословения. Это буквально могилы. Нет, это не так. Да ну нафиг с этими кладбищами, блядь, связываться. Братан, я вижу это. Я вижу это. Где доска-то твоя? А, сгорела доска. Йоу, это доска. Это доска на планшетке. Боже мой. Братан, я не трогаю ее. Попрощайся. 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 Почти. Боже мой. Я не знаю. Мне ну, было бери скучно. Эту хреновню, да и прощайся скучно. Быстрее, беги. Так, мне просто попрощаться. Боже мой. Боже мой, братан. Прощайся, попрощайся. Ты снова говоришь прощай, скажи прощай. Я так и сделал. Брайан наконец-то может попрощаться на доске для спиритических сеансов, и он просто выскакивает оттуда. Но реально ли это? Или все это просто очень тщательно продуманная мистификация в прямом эфире? Как мне нравится. Я оставляю это на ваше конечно. Усмотрение, чтобы ну, прикольно, решить. Прикольно. Вы можете увидеть зрители, еще я думаю, больше были, наверное, сеанса спиритической доски в прямом эфире на канале YouTube. Вообще, Лиз Круз работает над татуировкой клиента в своей домашней студии Вэри, штат Пенсильвания. Ага. Внезапно все принимает очень тревожный оборот. Упыри по-любому там есть. Я просто немного отрегулирую руль, и мы позволим ему вести машину. Беседа такая между собой, там типа я отрегулирую руль. Я думаю, если я соглашусь на это, я так и сделаю. Все, что тебе нужно, это просто двигаться внутрь. Да. И что такого? Может, ты сама нечаянно толканула? В? Имя Иисуса, оставь нам этот мир. Оставь нам этот мир. Что ты пытаешься надеть на Бога? Ебстись. Колотись.
Стол с принадлежностями для татуировок Лис внезапно поднялся в воздух сам по себе. Лис и ее клиент немного напуганы, но стараются сохранять спокойствие. Чуть кушетку не сломала. Но затем стул выскакивает из-за соседнего стола, и с них уже хватит. Духер. Они встают и просто убегают. Татуировщик Лиз говорит, что она понятия не имеет, что случилось с ними в тот день, но она считает, что они, возможно, испытали что-то далеко за пределами обычного. Призрак какого-то татуировщика. Подписывайтесь на меня. Пользовательница TikTok Иби однажды поздно вечером снимала очаровательное видео для кошек, когда произошло нечто, чего она до сих пор не может объяснить. Так. Кошка охотится за хвостом другой кошки. Или ей странно, что глаза у кошки? Одна из кошек Иби зашла за занавески, развернулась и, казалось, исчезла в пол. И как будто бы, да, наоборот, вылезла. Ситуация остается неясной даже после увеличения видеозаписи, которая не дает очевидного объяснения исчезновению кошки. К сожалению, Иби не предоставила дополнительных подробностей о необычном видео, но подтверждено, что странно получилось, но я уверен, что это просто отражение. Природа этого события остается загадкой, оставляя ее открытой для интерпретации. Тут рассказ вот парень, в общем... И да, моя работа продолжается. Вот почему вы видите, то ли в отеле дует, снял там номер, черта? Короче, в общем, спит, вот говорит, какого черта у него штора шевелится. Почему она так смущается? Странным образом. Как будто кто-то выглядывает, да? Ну, прислоняется. Тогда это выглядит как кулак. Чунок. Ну, встань, посмотри. Нам тоже любопытно вообще-то. Что за эгоист? Завтра. Она почувствует чье-то присутствие за занавеской. По мере продвижения видеозаписи движения становится все менее похожими на простое дуновение ночного ветерка. И все больше напоминают руки, прижимающиеся к ткани, которые в конечном итоге приобретают различимую форму лица. Заинтригованная, она поднимается, чтобы осмотреть комнату, но не находит за занавеской ничего, кроме тревожного впечатления, которое мог бы создать кто угодно. Особенно если поблизости находится дверной проем. На видео удобно не видно того, что находится за ним. Вот-вот. Давайте придерживаться объективной точки зрения и рассмотрим различные там можно было оттуда свалить. Не стесняйтесь делиться своими соображениями в комментариях. Видеороликами в стиле видеоблога, демонстрирующими ее блюда, предлагая зрителям заглянуть в ее кулинарные приключения. Ощущение, как будто просто, однако в одном конкретном видео, которое привлекло всеобщее внимание, тут происходит необычное и жуткое событие. Давайте посмотрим на него поближе. Как у вас дела? Сегодня тако вторник, и я приготовила тако. Так, это круто. Что случилось? Давай. Рин. Что случилось? А, ее типа кто-то позвал? Почему вы мне позвонили? Я так и сделал. Это так. Разве вы только что не позвонили мне? Нет. Вы ничего не сказали? Вы играете или вы сами? Так вы звонили мне или нет? Я клянусь, я знаю, что я не спотыкаюсь. Может быть, это было что-то другое, но я знаю, что я не спотыкаюсь. Просто не обращай внимания, жри. Мы для этого здесь собрались, давай. Я имею в виду ваше тако. Я собираюсь пересмотреть это видео. Маиша слышит, как кто-то отвлекает ее во время ее видеоблога, побуждая ее ответить, предполагая, что это член семьи. Однако она не получает ответа, что заставляет ее сомневаться в своих чувствах и реальности происходящего. Рара, преданный муж и отец, ранее не сталкивался со сверхъестественным. Однако на прошлый Хэллоуин произошло необъяснимое событие, которое не поддавалось его пониманию. Когда же еще это произойдет? Бен рассказывает, что его сосед устроил в своем гараже экскурсию с привидениями. Это побудило Бена одолжить свои кольцевые камеры, чтобы запечатлеть реакцию посетителей. Поразительно, но в тот день, чувак, когда в гараже никого не было, камеры зафиксировали движение внутри гаража, запечатлев кадры, которые по сей день остаются загадочными. Показывай! Мы хотим быть в шоке.
Мы видим тень. Я не пойму, как это снято, блядь, снизу вверх, сбоку. Как это вообще, блядь, работает? Это висит, это, значит, сверху. Я вообще сначала подумал, это бок гаража. Замечена таинственная темная фигура, расхаживающая по гаражу. Да, и которая ни разу не цепанула ничего висящее, которое там... слева, она на мгновение вот так, останавливается, а затем быстро исчезает из виду. Ага, при ближайшем рассмотрении кажется, что силуэт обозначает миниатюрное существо, пересекающее помещение. И Бен, и я сталкиваемся с необъяснимой природой этого зарегистрированного события, отдал камеру, не имея адекватного объяснения его происхождению. Прихожане христианской церкви наблюдали прямую трансляцию с камер наблюдения, вызванную только что сработавшей сигнализацией о вторжении. Они ожидали увидеть кого-то на камерах, поскольку система сигнализации никогда раньше их не подводила. Однако проходят минуты, а никаких признаков вторжения нет. Пока они продолжали наблюдать, надеясь поймать злоумышленника, выходящего из укрытия, они стали свидетелями чего-то совершенно неожиданного. Так, они искали бандита, да? То есть думали, там вор какой-то? Или там кто там? Но увидели нечто. Объясни. Дверь! Дверь сама по себе, ну как так, а? Да уберите свои пальцы. Ого! Кто-то пробежал. Ребенок. В состоянии недоверия прихожане церкви пристально наблюдают, как одна из боковых дверей открывается сама по себе. Она открывается очень медленно и остается открытой, как будто удерживаемая невидимой силой. Ох, не знаю. То, что следует за этим, вызывает еще большее недоумение. Странная полупрозрачная фигура проходит сквозь нее и входит в церковь. Вперед. Дверь остается открытой до тех пор, пока фигура не выйдет. Вот что? Затем веришь, она немедленно закрывается. Я все теперь прихожане верю. Церкви убеждены, что произошло нечто сверхъестественное. Нечто, да. Хотя нет однозначного объяснения тому, чему они стали свидетелями, они верят, что их посетил дух или подобная сущность. Неплохая такая подборка получилась, мне кажется. В этот раз были видео, которые и реально не поддаются каким-то объяснениям. Поэтому, мой друг, я хочу увидеть твои мысли у себя в комментарии под видео и порассуждать, могло ли такое случиться или нет. Да и в принципе, поверил ли ты хотя бы на чуть-чуть больше в паранормальное. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни... Страха нет, он лишь в твоей голове.